когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ, мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми, надежды маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди, и командиры все охрипли, тогда командовал людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Вежливая тишина. Вот это ты или твоя копия? Матрос Альбатрос. Скиталец Марии Валентин Беспрозванный, кореш мой. Вместе нас стопили. Военный моряк 1-го кронштадтского полка. Ходили слухи, что их было 1000, 2, 3. И все они прошли свой путь до конца. И она прошла свой путь до конца. Вот эта женщина, хрупкая, нежная, сильная, судьбы странной, печальной, прекрасной. Нетленную память ее чтим, как и память матросов. И о ней скажем. Кто вы? Здесь распоряжающийся. Я из рядовых красных бойцов. А кто вам дал право здесь распоряжаться? Моя жизнь и моя смерть. Кто вы? Назовитесь. Ровесник 20 века. В 914-м 14 лет бегу из отцовского дома, из дворянской семьи на германский фронт. В 18-м году 18 мне, матрос Волжской военной флотилии. 20-20-м пулеметчик 1-й конной, писатель в 29-м, бригадный комиссар в 41-м. Бои за Таллин, Ленинград. Стрелял по Рейхстагу в 45-м. Устало и перестало биться сердце в 50-м. Сейчас бы мне было 79 лет. Жил, любил, воевал вместе с ними и вместе с ними умирал. Возвращаю их бессмертными, с дна моря, с камнями на шее, из рвов и болот, куда их скинули расстрелянных из лопухом поросших братских могил. На Волге 20 тысяч кронштадтской и черноморской матросни, чтобы с огнем пройти 1000 верст, чтобы драться 3 года, чтобы жрать хлеб с соломой, гнить, трястись в лихорадке, в нищих вошных госпиталях,
И чтобы победить, как вы думаете, надо было иметь порывы, героизм, самоотвержение? Да, да, да! И надо было иметь слова, которые побеждают неизбежную трусость мяса, трусость своей крови, своей тонкой человеческой кожи, которую легко проткнуть ржавым гвоздем. Женимся. Чего вы удивляетесь? Любовь в высшей степени дело почтенное. Продолжим наш род и побезумствуем малую Толику. Идите. Мы здесь поговорим сами. Товарищ интересуется вопросом о браке? Я повторяю. Давайте попрелюбодействуем. Товарищ представитель без центра. Скорее, тут торопит следующий, а нас тут ведь много. Под душистую веткой сирени целовать тебя буду сильней. Позаботься о нуждающихся. Ну, женщина! Товарищи! Не пейте сырой воды. Товарищи! Кому ехала? Стили. Ложись. Ложись. Нас не шутят! У нас тоже! И пуля пробивает живот того, кто лез шутить целой партии! Но! Кто еще хочет попробовать комиссарского тела? Убрать. То, что было, то было. И я сказал правду об этом. Надо говорить правду, простую, грубую. Говорить с обнаженным сердцем. Каждый второй коммунист был под огнем на фронте. И в списке раненых коммунистов Владимир Ленин. А среди убитых Володарский, Урицкий, целые губкомы. 26 комиссаров и начисто вырезанные организации. Уцелел кто? Каждого спрашивала. А мой-то? Мой. Нет, мама, не выплыл. А я все жду. Жду и на могилку сходить некуда. Посоветоваться. Может, кто помнит? Валентином его звали. Валечкой. Нет. Не выплыл. Сыновья мои. Внуки мои.
Я знаю. Быть может, многие из вас не приемлют меня. Я, как вы говорите, неистого темперамента, крайних взглядов, агитатор, публицист. Но вот когда вы талантливые, молодые, тихие и прочие, через несколько лет будете читать свои новеллы, повести и пьесы, я, быть может, волнуюсь и смахивая слезу, подумаю, что недаром прошел свой путь. Драл глотку, доказывал, неоднократно был ранен душевно и физически. Все это для вас. Всех обнять не могу. Одного за всех. Вам, матросам 80-го, всем вам, молодым, кусок нашей жизни, полное ее биение, ее смех, ее слезы, ее тяжелое, но ее прекрасное. Матросы первого кронштадтского, встаньте! Солдаты Первой мировой, русская императорская гвардия, погибшая в Мазурских болотах Восточной Пруссии и на Стоходе, встаньте! И ты, Егор Сысоев, где ты? Тут я, Воля. Спешен Олег Драгун, мой первый наставник и учитель. Встань, Егор Сысоев. Германская, гражданская, манжурская, испанская, финляндская, отечественная. На одно поколение немного ли? Конники Буденного, братаны, встаньте! И вы, анархисты, которых перелопатила эта хрупкая женщина! Голые боссы, вороны в коже ходят! Мы страдаем, вон и на бархате сплят, а с нас насмешки строят. За что, товарищи? Анархия! Тихо! Эстремадура, Гвадалахара, Брунеты, Мадрид, 25 тысяч чистых душ со всей земли. Ваша кровь напоила землю Испании. Встаньте, павшие за Испанию. И ты, венгр, Мата Залка, испанский генерал Лукач, сосед мой, по дому в проезде художественного театра, навсегда оставил свою жену и дочь, Веру Ивановну и Талочку, чтобы пасть за Испанию. Встань, друг мой, брат мой. И вы, Эрнест Хемингуэй, великий американец, вы воевали за Испанию. И Михаил Кольцов. Мы дали Испании танки, мы дали ей самолеты, мы дали ей Михаила Кольцова. Встань. Встань, Миша. И вы, ленинградцы, герои осады, друзья мои, соратники мои, родные мои, встаньте. И вы встаньте, писатель, комиссар Лариса, любовь моя. И ты, Соня, жена моя. Неужели судьба моя
Вечно война. Вечно о войне. О крови. Уничтожении живого. Скрежет зубовный, пот, вонь. Тоска, сила, слезы, смерть. Или 22 года военной службы. Давление войн так безнадежно сильно в моей работе. Нет. Нет, главный мотив мой не смерть, а жизнь. Лето, труд, любовь. Я как-то оглянулся. Но где же моя радость жизни? Мой отдых. Отдельные короткие паузы. Эпоха войн и революции. А я ее солдат. Да и отдохнет ли человек вообще? Вечный буян, вечный искатель. И в вечном поиске мой отдых, моя судьба и мое счастье. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен. И в вечном сговоре с людьми надежды маленький оркестр под управлением любви. Надежды маленький оркестр под управлением любви. Я Соня, жена Всеволода. Вам не казалось, что он швырнул гранату? Мне казалось. Вам не казалось, что он стрелял из кольта? Мне казалось. Но где следы пули, их нет. Рассказ. То, что он читал вчера. Что такое пустой листок? Пустой? Пустой? Что это значит? Фантазия? Импровизация, игра воображения? Кто он? Моя совесть. Моя радость, моя боль, мой гнев и моя любовь, и моя судьба. Всегда благоухали июльские цветы в собственном его величеству царскосельском парке, и, как всегда, вокруг их жужжали собственные его величество, фу, пчелки. У полосатой будки стоял, как то положено по расписаниям караулов царскосельского гарнизону, часовой. Вот медленно стекал из-под околыша к вискам благоговонная жара. Mm-hmm.
боже упаси, что сделать на царском посту не так. Счастья не видать всю жизнь. Есть нужда приспичит, терпи, стой как заказанным. Ежь идет знатное погребальное шествие, отдай глазами честь и провожай глазами шествие. Ежь иметь простое погребальное шествие, делай только скорбный вид. Ежь не знаешь, как честь отдать, может, чин малый, аль вовсе никакой, всегда отдавай полной мерою. Лучше перекланяться, чем не докланяться. Высочайшие особы и знатные лица гулят будут собачками. Собачка как появится, коси глазами. Поздравляю тебя, братец! Война! Раз, раз, вас скроть! Братец, будем молодцами! Раз, раз, вас скроть! Ура, братец! Ура! 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 Отложите свои вечерние дела. Вы слышите? Гром канонады. Моя первая война. Я Всеволод маленький. Не узнаешь? Нет. В витринах офицерских магазинов меня околдовывали кирасы, радуги орденов, значков, погон, узоры муаровых лент, особенно моих любимых георгиевских. Погоди, погоди. Мне нравились преображенцы и сапер, часовые у полосатых будок. Первая солдатская военная песня, которую я услышал, была «Солдатушки, браво, ребятушки». Пели ее с крепким ударением, сабли, воск. Сколько за последнее время у меня переменилось чувств и желаний. Но одно, как яркий свет стоит весь день перед глазами, это желание идти на войну. И я пошел на войну. Один, пешком, по шпалам. Мой детский дневник. Мой! Мой! Солдатская рубаха есть, ремень есть, финский нож куплю, ранец сошью. Ну, все есть. Ну, пустил бы отец на войну. Я бы без Георгия не вернулся бы. Война! Война! Как мне хочется туда испробовать этой войны! А вдруг, если я попаду на войну, то захочу попасть обратно домой? Мама, ты? Действующая армия, 31 декабря. Здравствуй, дорогая мама. Здравствуй. Я жив и здоров. Потери в нашей роте 5 человек. Легко ранен. Меня оглушило бомбой на левое ухо. Теперь ничего, все слышу. Пришли подштанники. У меня только на себе еще мыло, полотенце и 2-3 шоколадки, если можно. А если нет, то не надо. Целую тебя, твой сын, Воля.
мама. Неужели это я? Я. 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 Что за дикое слово? Неужели вон тот? Это я. Разве мама любила такого? Желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея. Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, это я? Моя первая война. За веру царя и отечества? У каждого времени бывают свои идолы. Но ведь и у тебя не были. 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 Но я был искренен, поверь. И неравнодушен. Я не был равнодушен даже тогда, когда был слеп. Поверь. 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 Генерал приказал зачислить тебя в лейб-гвардии Драгунский полк. Разведчиком. Разрозрая! А где я тебя видел, гимназист? Запомните этого человека. На взморье под Ригой. Точнее, в Карлсбаде, в Курзале, где играл духовой оркестр 3-го гренадерского полка. Я вас запомнил, ваше благородие, на всю жизнь. Да, лето этого года. Как близко и как далеко это было. Носилки! Слепой! Христа ради! Не бросайте, братцы! Жена! Дети! Лазарет, братцы! Лазарет! Братцы! Ты был с папой и с мамой, да? С мачехой, ваше благородие. Мамы нет у тебя? Есть. Но у нее сейчас нет мужа. Она сестра милосердия в лазарете на Фонтанке. И если можно, ваше благородие, не говорите мне «ты». И почему же? Ну, хотя бы потому, что я дворянин. Ценю. Братцы, разойдись! Разойдись, братцы! Ну, разойдись! Ну, Христа ради, разойдись, братцы! Ну, хуже будет! Брат! Ваш род! Спешенные лейб-драгуны построились и требуют вас! Кто это требует? Солдаты, ваш скрот! Ну, и кто их построил? Сами, ваш скрот! Без приказа вышестоящего начальства? Что ты врешь, вахмистр? Такого еще в русской армии не было. Здорово, лейб-драгуны! Да! Так. В чем дело, братцы? А? Вот ты, правофланговый, отвечай, кто вас построил? Нужда, ваш скруть. Ну и в чем же она, ваша нужда? Мыло пусть дают. Кто это пусть дают? Кто должен давать? Я? Ну? Вши заилы! Мочи нема! Отвели бы с передовой, отмыться! Так.
Тоже я не понимаю, братец. А? Сам грязный, сам 5 ночей не спал. Разберусь. Командуй. Резайтесь! Отставить! Кто сказал отставить? Нужда. Вас скройте. Ты императору Вильгельму присягал? Или русскому государю-императору? Русскому государю-императору. А теперь на него руку поднял. Никак нет, с вашей... 2 шага вперед шагом! Марш! Нельзя! Нет, русский офицер, русский солдат! Врач! Ваш скрыть. Бейте насмерть. Не убьете, я вас убью. Молодец, Сысоев. Ценю. Придется его под шашку. Под суд отдать ему уже хуже будет. Где поставить прикажете вас скрыть? А вот тут, наверху. Наверх! На брусьях, под обстрел, вас скрыть! 15 минут, а ты проследи, вот тебе часы, чтобы... Сысоев! Под шашку! Выйти того... Не может. Сысоев! Под шашку! Слушаюсь, господин Бахмистер. Время идет! Лезь, милый! Либо смерть на суде примешь, а тут, может, обойдется! Лезь, милый! С молитвой! Прощайте. Земляки. Видит Бог за напрасну. Ни за веру, ни за царя, ни за отечество. Ну, и ты прощай. Дорогой и любезный друг воли. Желаю тебе самого милого и дорогого, любезный друг. Стоять русскому императорскому гвардейцу. Он с отрывом руки выхватывает шашку. Не стреляйте, братцы! Хуже будет! Не стреляй! Господи! Отче наш! Солдат свой! Нет, сейчас стрелять! Нет, сейчас стрелять! Чую, в чем дело? Живой! Шашку в наш! Кругом, боком, бегом, марш! Ценю, Сысоев. Рад стараться, ваш скрыть. Эх, живой буду, поймаю где. Живого съем. Попомните. Видел? Видел. Тут тебе не гимназия. Тут думать надо. Так я думаю.
Воля! Сел! Воля! Сел! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чем таскаться под пулями, вошей кормить? Сидел бы дома у батьки с маткой, учился бы дурак, а? Ох, была бы моя возможность, ушел бы отсюда. Хоть по жневью босому было пойти до самого дома. Травку пьел, хлеба б не просил. Чем накройся, солдат? Шинелью. А под голову? Шинелью. А много ли их у тебя, солдат? Одна. И дурак. Моя первая война. Домой! Иду домой по правой стороне Невского! Приветствую встречных! Знай наших, тыловики! Сейчас буду дома! Невский 90. Дробь 92! Ну, бегом! Неудобно по парадной лестнице в таких сапогах! Валяй с черного хода! Детство, поездки, переломные трудные годы, ночь, возвращение в родной дом. Двор пустынный, петербургский. Боже, не перебрать всего. Вольно! День добрый, мадам. Разведчик-доброволец второго эскадрона! Лейб-гвардии Драгунского полка прибыл цел. Отец, он умрет зимой 39-го. Удар по сердцу и нервам сильнейший. Вся жизнь пройдет передо мной. И отец, бесконечно родной, любимый, перед глазами. Господи, боже мой. Он совсем еще мальчик. Я не мальчик, мадам. Я солдат. Георгиевская бита. Германского кирасира живьем. Это его каска. На фронте, папа, я стал размышлять много. Обо всем. Даже об очень серьезных вещах. Глядя на убитых, думаешь о жизни, о смерти. Каким невыразимо страшным может быть ожидание смерти, если оно повторяется во всей своей остроте каждую минуту. Как бороться со страхом? Ну вот скрываешь его, это в сущности ничего не дает. Только когда видишь страх невладеющего собой человека, некрасивые, жалкие внешние его проявления, ну вот тогда становится немножко легче от сознания. Я держусь лучше. Задавал себе вопрос, что будет после смерти? Думаю, что ничего. Вот другие говорят, тело умерло, а душа жива. А что такое душа? Многое мне еще непонятно. Ты чего? Так. Живой. А жизнь, отец? Жизнь. Для чего она? Для борьбы, для развития, чтобы сделать ее лучше. А как? Ведь живут в обществе по давно установившимся правилам, условностям, часто глупым предрассудкам,
живут почти все, как скоты, какой-то заколдованный круг пошлости. Многое мне еще непонятно. Ты почему с матерью разошелся? Полюбил. И все? А разве мало? Воля, Воля, ты успокойся. Успокойся, отдохни и раздевайся. Ты будешь жить с нами, жестокий мальчик. Кончай свою игру в солдатики. Будешь ходить в гимназию. Приготовь ему пенал, распопье, тетрадь. Чернильницу. Не выливай. Милые мои, наивные люди, я уже не ваш. Хотел бы, но не ваш. С нами Бог, любезный друг Воля. Все адресаторы, которых ты поставил на конверте, в живых нет. Лишь я один остался милостью Божьей царя, Отечества и святой веры. Картошкин убит. Акулинушкин убит. Журавлев убит. Вечная память. А так все хорошо. Весело служить с начальством лихими. И в скором времени победим беспременно. Всего у нас дома, и снарядов, и коней, сытей, и тели. Правда, ни одного коняки не осталось. Тащим пушки на себе, ведь за даром своим паром почему бы нет. Что-то снарядов, то тоже пока нету. Но начальнички лихие, спасибо им беспременно, обещают. Дома тоже все ладно. Супруга пишет, посетил наш скудный, страшный неурожай. Малые дети кушают лебеду, но и это неплохо. Остается быть героем, призывая Божие благословение. Ведь солдат есть слуга царя, и в защиту его должен убивать отца и мать, коль надо, терпеть по морде и терпеть, когда бьют близких его, и днем любезный друг Воля один крик и обиды, и ночью опять об том же. А так все хорошо. Хотя воюем вот уже третий год, что до окопов, то живем, как это значит, присмыкающийся. Только природу гадим. Ротмистр построил нас. Я, говорит, сволочь, вас сёк, сечь буду, и свободу попросите дам, только вместе с розгами. Так все просто объяснил, все стало ясно. Желают ли воевать солдатики? Да, конечно, желают. Только пока еще не за что. Господи ты, Боже мой, неужто не дойдется человека
который бы людям правду сказал, который бы к совести воззвал, который бы путь указал. А так все хорошо. Лишь только паразиты докучают благодаря тесноте. Правда, белья вдоволь, хоть залейся, но две пары, ежели пришлешь, выручишь да нельзя. Остаюсь на том милостью Божией и веселье духовного. Ура, браво, ребятушки! Засим целуем вас 99 раз. Еще бы раз, да далеко от вас. Остаюсь твой преданный, коль не убьют, друг навечно, Сысоев Егор, спешенный лейб-драгун. Вот она, моя гимназия. Где ты сегодня, Егор Сысоев? 17-й год, выросший из нашего гнева, отсталости, обид, раздумий, разлучил нас. Эшелон с германского. Великий сход окопного народа. Набьется тут разные сволочи, давай! Глаз не обмани, но сердце не трясет. Братцы, замерзаю! Иди ты знаешь куда? Чего-чего? Ничего, птё! Селочка золотая, на стуже не жужжи. Забились тараканы! Открывай тебе, говорят! Иди ты знаешь куда! Я тебе пойду! Черт хрипатый! Чего? Открывай тебе, говорят! Ишь, разорался горластый! А ну, кипятком, аж кожу, аж кожу! Эх, с пулемета дерну! Кости кишки прошью! Открывай тебе, говорят! Ты кто с пулеметом-то? Добился от шалона своего! С войны вертаюсь! Гвардии драгунского полка я! Будет, пошабашили! Открывай! Ну пусть вся лезет! А то Миша шалилась с пулемета! И с пулеметом! Гвардия с пулеметом! Ого, с сундуком! С пулеметом! Забились! Тараканы! Замерз там один упавший под вагоном. Он к вам не дозвался. Сидят тут как богатые. Дверь закрой! Закрой дверь! Видишь? Человек замерзает. Напустили черти холоду. Пчелочка золотая, растуда не жужжи. Пчелочка золотая, растуда не жужжи. Жужжи пчела золотая, на песню пой. Жужжи пчела золотая, на песню пой. Иди ты, знаешь куда? Открой! Полна тут! Некуда ехать! По-человечески говорят, а еще! Что? Что еще? Гранату хотели подать! Открывай! У меня тоже серьезный! Гранаты! С германского? Откуда? А, ну! Хо-хо-хо-хо-хо! Отвоевались. Да. Эва! Глянь!
Мадиполам. Да. Эй! Ох, домой в деревню приедет, живой от меня баба не уйдет. О! Эй, земляки. Да. У меня два зуба вышибиты. А знаешь, что вышиб? Ну? Кто? Сысоев, я вас скрою. Сидел в карцере. Никак нет вас скрою. Что за гвардейцы сидел? Посадить на 3 суток. А кто из вас сидел? Ну, я сидел. Как так? Только начинаешь службу, и уж сидел. Посадить на 3 суток. Сысоев, я вас скрою. А ты чего такой некрасивый сегодня? Так что вас скрою, изволили 2 зуба вышибить. Ай, другое дело, говорит. Это еще в 13-м году. А на войну погнали он тут как тут. На брусверт меня под шашку ставил. Стреляй, немец! В революцию он с полка убег. Стреляй! Знаешь, где этот офицер? Где? А вон, гренадер сидит переодетый. Ну что же, здравию желаю! Ваше превосходительство! Назовись! А ну, ложись на! Уйдет! Ну! Уйдет! 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 На путях темных! Ну, уйдет, начинай! Ай-яй-яй! Ушел. Эх, живой буду, поймаю ли. Живого съем. Попомните. Пчелочка золотая, да что ты не жужжи. Пчелочка золотая, да что ты не жужжи. Пожужжи, пчела золотая. Воля! Всеволод! Подался я к красным. Спрашивают меня, почему к ним идешь? Отвечаю не к ним, а к себе, в первую конную. А я к морякам на Волгу. А как же гимназия? Егор, ты. Ты моя гимназия. Чем накроешься, солдат? Шинелью. А подстелить? Шинелью. А под голову? Шинелью. А много ли у тебя, солдат? Одна! Садись! А ну-ка, не все наверх летом! Сыпьте горлотом! Быстро, быстро, быстро! Ровнись! Верно! Равнение налево! Прибыл комиссар Волжской военной флотилии. Бывшие моряки российского военного флота приглашаются для поступления во вновь формируемый военный морской отряд. От желающих поступить в отряд требуется признание платформы советской власти,
и безукоризненная честность как по отношению к начальству, так и к своим товарищам. Не имеющих этих качеств, я попрошу не беспокоиться. Имеете еще сказать? А вы сами попробуйте. Есть сам. А можно стихами? Попробуйте. Еще не все сломили мы преграды. Еще гадать нам рано о конце. Со всех сторон теснят нас злые гады. Товарищи, мы в огненном кольце. На нас идет вся хищная порода. Насильники стоят в родном краю. Судьбою нам дано лишь два исхода. Или победить, или честно пасть в бою. Ну как? По-моему, прекрасно. Только хотелось бы чуть конкретнее. А, это понято. Значит, так, мальчики. Здесь на Волге кое-чего будет. Так что, ежели кто ослаб, у кого, скажем, гайка отдалась, или цикорий сыплется, эти могут остаться на берегу. Есть желающие? Команда стоит как вкопанная. Может быть, кто-нибудь останется? Брось, комиссар! Давай дело говорить, бой делать! По местам! Кто такая? Откуда взялась? Мы ей сразу устроили проверку. Посадили на моторный катер истребитель и поперли под пулеметно-кинжальный огонь белых. Даем полный ход, истребитель идет, мы наблюдаем за бабой. Она сидит. Даем поворот, она говорит, рано. Почему поворачиваете? Надо еще вперед. Ну, этим сразу покрыло. Вот с этого момента дружба. Прожектора белых. Кого ищут? Нас. Революция — дело мужское. Зачем бабам соваться? Вы что? Ничего. Сказали что-то. Послышалось. Боюсь ее больше, чем всех белых гадов. Вы знаете, ночные склянки, отбивающие время на нашем Ване-коммунисте, очень похожи на куранты Петропавловской крепости. Вы в Питере бывали? Приходилось. А где участвовали?
Вот так особенно нигде не участвовал. Зимний брал. Откуда он? Слушай, кто такая? Скажи, что у меня папа дворянин, дядечка царской гвардии, офицер, а прадед помещик на Украине. Смеху было бы. Полуребенок, полувоин. Как он меня стесняется. Еще бы комиссар. А комиссару все человеческое, разумеется, чуждо. Скажите, а что? Комиссару все человеческое чуждо? Какое человеческое? Какому комиссару? Ну, положим, мне. Вам? Чуждо. Если бы он знал, что этот непреклонный железно-чугунный комиссар, девушка, еще недавно сочинявшая изысканные сонеты, дитя салонов, да к тому же еще дочь профессора права Санкт-Петербургского университета. Поговорим о странностях любви, сказал Пушкин. Странности бывают не только у любви, у революции. А почему он прячет глаза? Сейчас возьму и спрошу. Сейчас возьму и спрошу. Ну, чего надо? Ничего. Спросили что-то? Нет, послышалось. Неужели он никогда не узнает зрелых лет? Никогда не возмужает? Никогда не коснется женщины? Только успеет сказать другу: «Мои сапоги тебе», и перестанет быть? А сейчас подойду, облапаю и грубо скажу по-матросски: отчего такая баба и не моя? Как страшно, если завтра его размажет в каше на грохнувшей под снарядом палубе. А она, выпей воды, матросик, остудись. И только. Скажи ему слово, красота. Засвистит, да еще матом покроет. А что это такое, красота? Что это, красота или нет, когда по кораблю бьет батарея, и командир с мостика кричит обезумевшим людям? Так кричит, что они свой живот отклеивают от палубы. Они встают, они бросаются к орудиям. Именем республики, кормовое, огонь! И кормовое стреляет? Да, это красота. А что? Что, если я так скажу? Утром бой, утром смерть. Я тебя люблю. И только. Она опять. Выпей воды, матросик, остудись. И только. Нет. Нет, а что? Что если так сказать? Утром вдвоем пойдем в бой. Сомнем батальон вдвоем. Потом нас сомнут, скрутят обоих одним узлом. На утро расстрел. Поцелуемся. И вот так вот заснем, прижавшись тело к телу, вот так во сне бы кончили бы жизнь, а? Она улыбнется и скажет: дешево отдаешь, матросик. Что же это за смерть во сне? А наш комиссар еще добавит: хорошая смерть — это тоже партийная работа. А я скажу: а я беспартийный. Я просто тебя очень, очень люблю. Она удивится и скажет: да. А я улыбнусь и спрошу:
Нет, ты комиссар. Может, тебе нельзя? Ах, она улыбнется и скажет: Господи, да можно мне, можно. Она улыбнется и скажет: можно. Если можно ревновать к воспоминаниям, значит, можно воспоминания любить. Она была очень молода, когда умерла. Молода и красива. И такое останется для него навсегда. А я старею, черт меня возьми. Смотрю в зеркало. Неживое, усталое лицо. Никуда не хожу, даже если иногда хочется. 10 лет я его жена. 10 лет я его жду. А его нет. Даже когда он рядом со мной. Вот ведь как бывает. Привет, Соня. Привет. Привет, Соня. Шел по Невскому, вот теперь. Невский сырой, шли бойцы, пели походную. Привет, братишка. Привет, привет, Соня. Должна быть патетика, патетика, гимн, матросы, сквозь них решение большого. Нет, надо уходить. Там его душа. Мозг раздирается. Нужна ли трагедия? Можно ли искать ее? Или у гармонических людей социализма трагедии нет? Вы можете ответить мне прямо, как вы относитесь к советской власти? Пока спокойно. Но вы пришли ей служить? Меня мобилизовали насильно. И чуть ли не под конвоем привезли на фронт. Вчера в бою вы показали себя отлично. Профессионально. Сперва холодное недоверие людей по принуждению, вовлеченных в чужое ненавистное дело, не так ли? Вы проницательны. Но под первыми выстрелами все изменилось. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь блестяще и невозмутимо. Благодарю вас. Ну а потом он уже, конечно, не свободен. Его связывает с комиссаром, с красным флагом на мачте, гордость победителя, самолюбивое сознание своей нужности, той абсолютной власти, которой именно его, офицера, облекают в минуту опасности. Вы взяли на себя очень тяжелую обязанность просвещать взрослых. Мне тоже приходилось просвещать новобранцев. Мне жаль вас и себя, и членов моей семьи, расстрелянной вами где-то с милой небрежностью. Стоит ли внимания человек, когда речь идет о человечестве? Я могу считать себя свободным. Я очень рада, что вы говорили прямо и честно. Я видел и вижу жизнь не такой простой и легкой. Невозможное есть невозможное. Подлость есть подлость. Ложь есть ложь. Отложите свои вечерние дела. Матросский полк, прошедший свой путь до конца, обращается к вам. Потомству.
Матросский полк требует... Просит. Ну, скажем, желает. Да? Прощальный бал по случаю ухода десанта на сухопутье. Боцман, прощальный бал. Спасибо. Открыть доступ прощающимся родственникам! Есть открыть доступ прощающимся родственникам! Дежурный! Мамань, вы меня дискредитируете. Двинулись первые пары. В лирической волне вальса. Воинственного и печального. Женщины любили этих людей. У многих из них были дети. Прощальный бал. Сколько их было в те годы? Война, кажется мне прелестной порой. Я был молод, наивен, чист. И надо вновь пережить неповторимые дни. Юг, пьяное, родное, Черное море. Перелюбить женщин, которых любили, вновь бросаться в огонь, идти в горы, тонуть, выплывать, мерзнуть, гореть, доходить до истощения, но идти вперед. Коммунизм, казалось, где-то близко-близко. О, моя родная,
юная гражданская война. Вернуть то, чем жил, жив, буду жить.